Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас еще один заказ Faberlic с новиночками. Четвертый каталог. Давайте скорее смотреть. В отдельном пакетике БАДы. Что взяла? Взяла кельп. Кельп в распродаже, остатки сладкие. Артикул 157-55, водоросли. Очень классная на самом деле штука. Источник йода, источник многих микроэлементов. Суперский, классный, мне все нравится, периодически пропиваю. Здесь 60 штук, по-моему, по 2 он пьется, если не ошибаюсь. Нет, по 1-2 раза в день, ну, считай, по 2. Продолжительность приема месяц. То есть нужно делать перерывы. За 200 с чем-то, с небольшим совсем рублей он был в распродаже, остатки сладкие, поэтому взяла. Два БАДа, которые у меня всегда, в принципе, должны быть. Мне кажется, этикетка у Energy Boom поменялась. Она какая-то матовая стала. Нету баночки у меня в пустых уже. 157-27. Закончился. Но иногда прям нужен. Это кофеин, это гуарана, но без всяких там вредностей. Это энергия. Это энергетик. Если какие-то грандиозные планы на день, нужно много всего успеть, рано встаешь, не высыпаешься, само собой, дети и так далее, я принимаю по одной штучке утром и прям супер. Но если прям слишком грандиозный, то по две. И второй – это NoStress. Пока не появился магний. Нет, его, к сожалению, пью, но стресс, потому что магний необходим, особенно в возрасте, особенно за 30, особенно всем, в принципе. 157-25. Здесь магния прилично. Не так, конечно, как было магний хелат, он вот закончился, к сожалению, нет его давно на складе. Поэтому но стресс я по одной штучке на ночь. В ужин или там за час где-то, за два до сна, прекрасно работает, имеет накопительный эффект, который я вижу приблизительно дня через два. Дальше, для участников программы Faberlic Drive, если не знаете, что такое программа Faberlic Drive, значит, обратитесь к своему наставнику, она существует уже давно, в принципе, все консультанты, они знать обязаны. Взяла ловушки для цвета и пластины для стирки. Я обычно пластины беру по VIP-программе, но так как и так хорошая цена была, это исключительно для участников Faberlic Drive, то взяла. Ловушки не скажу, что люблю использовать, не скажу, что вижу в них толк, потому что нет у меня таких вещей, такой одежды, которая линяла бы, окрашивала другие вещи. Нету. Ну вот нету. Но тем не менее за 100 с чем-то рублей имеет место быть, пригодятся. Артикул 308-44. Если у вас такие вещи есть, то вещь вообще супер. Так, 308-43 пластины, люблю, уважаю, отстирывают прекрасно, все с ними замечательно, поэтому взяла. Они по 300 с чем-то получились по программе Faberlic Drive. Так, тут у меня салфетки, взяла мужу в машину положить для машины. Мне кажется, я их вообще, в принципе, ни разу не брала. Для ухода за интерьером автомобиля, 5 в одном, очищение, уход без разводов. Вот потестит, потом вам расскажу. Артикул 114-01, сколько их тут штук, не пойму. Не видно что-то. Ну ладно, не буду долго искать. Хочу открыть, понюхать. Вкусно пахнут. Фруктово-еловым, что ли, чем-то. А так вот обычные влажные салфетки. Чувствую, что пропитаны хорошо. Пахнут вкусно. В машине будет вкусно пахнуть. Так, подобраться после зимы, протереть все и так далее. Взяла еще одну бритву The Line, станок, как раз даю вам отзыв, в обзоре заказа уже дала. Тоже, кто не смотрит обзор заказов, там по новинкам все свои отзывы дополняют. То есть время проходит, может впечатление измениться, а может наоборот. Мне безумно понравился станок, он вообще не царапает. Я просто, когда попробовала, я была в шоке. До этого я периодически так у мужа иногда могу взять станок, могу на свой станок там его кассеты запасные одеть. И нет, 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 нет и нет. Таких станков я не пробовала. Не знаю, как он быстро затупится, не буду ничего говорить, но по первому впечатлению это просто какое-то восхищение. Просто восхищение. Ты даже не чувствуешь, что ты бреешься. Настолько мягко, но они очень острые, до них даже вот так вот пальчиком дотронуться опасно. Прямо они очень острые. И ты вообще не чувствуешь, что ты бреешься. Вот просто восхитительно. Поэтому я рассказала об этом мужу, говорю, давай я тебе возьму второй, попробуешь. Ну, вдруг тебе понравится прям еще, ну и что, что он девчачий, ну и что он розовый, кто видит, собственно говоря. Вот, и я взяла ему, пусть попробует, 910-519, потому что у меня прям восторг. Так, едем дальше. Набрала гелий для душа, все что-то резко дома позаканчивались, то полно, то ни одного. Взяла Каори, классический вот такой, заодно освежить свои впечатления об этом аромате, артикул 81-14. Запечатано все приходит. Парфюмерные гели для душа по мотивам туалетных водичек. Faberlic очень достойный, прям вот очень. Они очень хорошо пенятся, они прекрасно пахнут. Не скажу, что аромат на теле держится, но это, опять же, хороший способ понять, нравится тебе аромат или нет. Я вот забыла, если честно, как Каори пахнет.
Вкусно пахнет. Я знаю, каори многие любят. Вспенила себе всю руку. Вкусно пахнет. Здорово. Одна из достойных водичек, которую очень многие любят, Фаберли Каори. Так, дальше взяла кофейный из линейки Бонжорно. Его очень люблю, уважаю. На утреннее применение, ведь вечером к нему рука не тянется. А на утреннее применение прям класс. Кофе-кофе. 13.28 артикул. Это прям кофе-кофе. Чуть с молочком. Прям классный, суперский. Кофейные зерна мне очень нравятся. Тоже пенится хорошо, кожу не сушит. Все великолепно. Повторила, девчонки, разогревающую маску с перцем, потому что работает. Потому что я вижу, как растут. Я раз в неделю где-то ей пользуюсь. Мои волосы греет очень-очень хорошо и ухаживает за волосами по всей длине. Мне даже вот именно ухода от этой маски много. Мне утяжеляет даже кончики. Я люблю, когда у меня присутствует прикорневой объем. От этой маски волосы слишком ламинированные. Я не скажу, что они жирные, там нет, ни в коем случае. Это просто вот, ну, моя особенность. Я не люблю, когда волосы висят вот так сосульками. То есть слишком-слишком увлажненно напитаны. Не люблю. Мне нравится творческий беспорядок на голове. Ну, вот такая. 3380 артикул. Великолепный продукт. Кто еще не пробовал, стоит копейки. Обязательно берите, пробуйте. Так, по-моему, тоже в распродаже остатки сладкие, что ли. Бомбочки по 60 рублей одну взяла. Артикул 29.45 девчонкам. Так, взяла спрей из линейки Aromeo. Я их сейчас использую как освежители воздуха, потому что они потрясающие. У них богатые букеты такие. Они очень интересные. У них прям вот пирамида есть. А, мандарин фреш. Это Energy, энергия. Артикул 164. Они все великолепные. Можно все брать по очереди, пробовать, выявить для себя там любимчика. А, я люблю все. У меня везде, в каждой комнате они практически стоят. Мне нравятся. Они с эфирными маслами. Боже, какой он крутой. Я не скажу, что это прям мандарин. Мандарин, даже кто-то сейчас подумает, мандарин. Здесь богатый букет, и мандарин, он где-то там может быть есть. На самом деле, очень вкуснючий спрей. Просто потрясающий. Повторила, девчонки, сыворотку эликсир глубокого восстановления из линейки Эксперт. Новинку. Почему? Потому что она крутая. 67,99. Прям на кончике одну каплю я для себя, для Ксюшки побольше, и вообще волосы не сбудутся. Очень крутой продукт. Здесь ее немного. Масло Амлы. Всеми любимое. Перевыпускают эти сыворотки, да, по-разному их выпускают. И класс, вот просто класс, вот несколько капель, и все, волосики гладенькие, расчесываются легко. Продукт очень крутой. Так, взяла еще гель для бритья, может тоже мужу понравится, и себе тоже, из линейки Делайн, чтобы уж комплект ушло, тоже пришел запечатанный. Я уже брала, на самом деле гель очень хороший. 25.71 артикул, классный. Минимализирует раздражение. Не скажу, что как-то там совсем все, но минимализирует. А у нас на центральном складе была распродажа по срокам годности, много интересных продуктов, в том числе был суп за 300 рублей. Я взяла за 100 с копейками Green Karma маску, 3 в одном. Артикул ее 66.79. Мне что нравится в ней? Я ее использую как умывалку. Там есть частички мелкие-мелкие-мелкие, не травмирующие кожу. Она хорошо подойдет жирной коже, потому что она так слегка немножко может подсушить какие-то воспаления и так далее. Очищает, в общем, на ура. И как маска работает, но больше вот мне понравилась как умывалка. Даже на ежедневной основе для качественного умывания прям рекомендую. Вообще серия Green Karma очень неплохая. Очень неплохая и бюджетная. Так, дальше у нас с вами два праймера. Первый... Русский язык, пожалуйста. Взяла праймер для век. Я его ни разу не брала, хочу потестировать. Мне в целом вся эта линейка импонирует. Артикул 5809. Не скажу, что у меня там какое-то проблемное веко, у меня тени не держатся или скатываются. Мне просто интересно, на самом деле, как он выглядит. Вот такой здесь спонжик. И он у нас с вами подкрашен в легкий бежевый цвет, как консилер. Я вот сейчас на руку нанесу и хочу посмотреть. Но я уже вижу, что... Он затирает поры. Прям ровненькой кожа становится. Но потом как-нибудь в обзоре макияж будем с вами делать. Я вам обязательно потестирую, посмотрим, что из себя вообще эта штука представляет. И взяла себе праймер для коррекции пор. Мне кажется, я его тоже не брала. Девчонки мне недавно подсказали. Нет, я брала или не брала. В общем, я забыла. 65.09. Хочу посмотреть. Может быть, это действительно то, что я давно ищу. Он выглядит вот таким вот образом. Сейчас я его тоже пока на руке попробую. Здесь вот такой вот наконечник. Здесь миллилитров 20 на 15 миллилитров. Кстати, праймер для век мне прям понравилось вот на руке. Он тоже имеет легкий оттеночек такой вот бежевый. Хочу посмотреть. Ничего себе! Я вам сейчас покажу. Ничего себе!
Да ладно. Он вообще затирает поры, их совсем не видно. У меня шок, я вам сейчас покажу поближе. Будем смотреть, конечно, как ведет себя на лице, но мне прям понравилось. Я взяла, девчонки, еще один оттенок теней и коллаген, потому что были запросы, как работают эти тени, как подложка, как база под тени. Но у меня был очень темный оттенок, поэтому этот вопрос, он, извините, но был глупым. Как я использую вот этот практически черный оттенок как подложку? И тем более, когда я делала макияж, вы прекрасно видели, что я высветляла еще века. Ради бога, многие так делают. То есть сначала накладывают на все веко темный оттенок, потом светлыми оттенками высветляют. Поэтому да, я взяла в оттенке единственный еще оттенок, который я посчитала носимым, остальные нет. 56 741. Была проблема у меня в прошлый раз с крышкой, в этот раз, судя по всему, то же самое. Кто эти тени уже получил, расскажите. Потому что она у меня открылась только двумя пассатижами в прошлый раз. Здесь опять такая же песня, да. Они не открываются. Я не знаю, как они запечатали всю эту партию, но они не открываются. Их нереально открыть просто. Опять пошла за пассатижами, чтобы вам просвочить. Открыла еле-еле пассатижами. Вот он сводчик. Вот он сводчик теней. Носибельный, слушайте, носибельный. Красивый оттенок, не рыжит. Думала, будет рыжить. И вот, смотрите, в самом низу затирала поры. Видно прям. Прям границу видно. Вот после теней у нас идет с вами праймер для век, да, вот это вот пятнышко. И вот здесь, в самом низу, затирала поры, они реально затерлись. В общем, классно, мне нравится оттеночек очень красивый, красивый такой, прям красивый, базовый, повседневный, не рыжит, не серит, красивый. Будем пробовать на веках. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Ссылочка для регистрации Фаберлик, как всегда, под роликом. Всех люблю, целую, всем пока-пока.